Разгерметизация угольной пыли – такова причина пожара на Углегорской ТЭС. Эту информацию сегодня озвучил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Он провел в Светлодарске совещание. По его словам, из-за разгерметизации произошла утечка и самовоспламенение угольной пыли. Поэтому и случилась авария. Напомним, ЧП произошло 29 марта. В результате пожара на тепловой станции один человек погиб, пятеро отравились угарным газом. Работа ТЭС полностью приостановлена.